Мы находимся в Винниково. Нам сообщили, что несколько дней здесь появился щенок. Он сидит вот под этой машиной и не выходит. Вот я вижу морду его. Малыш! Малыш! Маленький! Маленький щенок! Маленький! Иди сюда! Как тебя достать? Ты крошечный совсем! Вот свежевыброшенный щенок, прям крошечный. И вот он сидит тут под машиной, всех боится. Вы приехали. И не выходит. Да, маленький? Иди сюда. Иди, мой хороший. Иди, мой маленький, иди сюда. Нурик, обойди, посмотри вокруг, есть ли еще лазы, чтобы он не выскочил через другую дырку. Сейчас будем пытаться его достать, потому что сами жители не смогли его никак достать. Машина вся в снегу. Есть где-то еще дырки? Есть, да? Значит, надо будет... Есть дырки, ага. Вот тут он выходит, может выйти, да? Так, надо стоять, значит, здесь и там. Так, ну чего? В общем, пролезть тут в любом случае не получится. Тут не пролезешь все равно. Подожди, аккуратнее. Мы пытаемся расчистить хоть как-то, чтобы как-то до него дотянуться. Че там? Ты видишь его, нет? А, тут еще какой-то этот. Что это такое лежит? Попробуй вытащить. Попробуй вытащить, что там мешает. Или он в машине? Кусается? Аккуратнее, аккуратнее, не бойся. Не бойся. Он тебя не съест сильно. Он маленький. Совсем не съест. Нурик, приготовь. А, ты там стоишь сейчас, подожди. Получилось? Ой, молодец какой. Вот молодец, вот так. Тихо, малыш, тихо, тихо, тихо. Нурик, давай переноску. Не упусти, не упусти, держи за холку. Тихо, тихо, малыш, боится, боится ребенок. Держи, 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 держи. Давай, давай, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 все хорошо, все хорошо. Не бойся, маленький, не бойся. Вот такой крошечный щенок. Вот такой, да, 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 да. Давай, давай. Да, все, все. Молодцы, все. Мы справились. Щенка поймали. Маленький. Маленький такой щеночек. Не бойся, мой сладкий, не бойся. Мохнатый такой. Кто ж тебя выкинул-то, а? Чистый домашний, хороший ребенок, а? Вот так вот. Мы в приюте. Ну что, малыш? Ну что, малыш? Ты рычишь? Ты злюка маленькая. Ну что, набрала вакцину. Придется его сейчас привить сразу, потому что, чтобы он у нас не заболел. Вообще, я хочу сказать, что человек, если так можно назвать, который выкинул этого щенка на улицу, обрек его на смерть. Ну, ребят, смотрите. Законы природы никто не отменял. И, как известно, природа у нас любит равновесие. А это значит, что рано или поздно за все придется заплатить. Да, малыш? Так что ждите. Ждите бумеранг. Итак, мальчик. Это у нас мальчик. Привет. Сегодня. Наши щенки. Вот возраст примерно у них одинаковый. Мы сейчас его сюда будем выпускать. Опускай. Открывай переноску. Здесь у нас 4 щенка, он будет 5. Ну что, мелкий, иди знакомиться, выходи. Не бойся. Не бойся. Не, не пугай, не надо, не пугай. Так, сейчас он сам пусть. Смотри, смотри, тут детский сад, да. Выходи к деткам, скорее. Кто ты там у нас, мальчик, девочка? Ну. Ребят, к вам пополнение. Как вы? Мальчик боялся просто. Тихо, тихо. Так. Иди, малыш, все, тут еда у вас есть, водичка есть, сено. Мы дети сразу побежали с новеньким знакомиться.
Эй, ну вы не так прям, не так прям. Не пугайте, не пугайте, не пугайте ребенка. Все, ты хвостиком уже виляешь. Все, все хорошо, все хорошо. Детеныш совсем маленький, детеныш. Вот такой-то малыш. Лохматенький. Так, ребят, ну что, пристраиваем. Ищем дом ему. Ищем дом малышу. Маленький.